Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николай Попеску подписывают совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Молдова по случаю 20-й годовщины подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова а также план консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел и Европейской интеграции Республики Молдова на 2022-2023 годы. Вице-премьер-министру, министру Афачелу экстерней интеграции Европейной Республики Молдова, дону Николая Попеску, и министру Афачелу экстерней Федерации Руси, дону Сергей Лавров, семняза. Declarația comună a ministrilor de externe din Republica Moldova și Federația Rusă cu ocazia celei de 20 aniversări de la semnarea tratatului de prietenie și cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă. Planul consultărilor între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse pentru anii 2022-2023. Уважаемые дамы и господа, переговоры с Николаем Николаевичем Попеску прошли в конструктивном, в товарищеском ключе, и это первый визит молдавского коллеги в Россию после формирования нового правительства по итогам прошедших в июле внеочередных парламентских выборов. Но господин Попеску уже был на этом посту пару лет назад и в том качестве в Россию посещал. Ныне он, помимо главы внешнеполитического ведомства, является еще и заместителем премьер-министра Республики Молдова. Мы подчеркнули нашу обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать наше партнерство в самых разных областях в соответствии с теми заявлениями, которые новый президент Республики Молдова, госпожа Санду, сделала неоднократно. Наш обоюдный настрой на а прагматичное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах наших народов, он сегодня был полностью подтвержден. Мы услышали наших коллег, которые подтвердили сегодня в очередной раз свою линию на сохранение баланса во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Европейским Союзом. Мы также исходим из того, и мы подтвердили наше уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплен в Молдавской конституции. Мы приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах, как я уже сказал, прагматизма и взаимного учета интересов. Мы встречаемся буквально за два дня до... 20-летия договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова и сошлись во мнении, что этот документ в полной мере сохраняет свое значение, служит надежной правовой основой в продвижении двустороннего взаимодействия по всем направлениям. Мы подписали заявление, которое подтверждает значение этого договора говорили про торговлю и экономическое сотрудничество, констатировали с удовлетворением, что после прошлогоднего спада наблюдается восстановление, причем достаточно устойчивого роста товарооборота. Отметили важность договоренностей, которые были достигнуты 29 октября в газовой сфере. Исходим из того, что укреплению практической кооперации призвано способствовать проведению в, ближайшее, в ближайшее время очередного 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которую Николай Николаевич Попеску возглавляет вместе с Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Говорили о значении и востребованности нашими гражданами культурно-гуманитарных проектов, отметили важность сохранения позиции русского языка в образовательной и информационной сферах Молдовы. Мы встретили, мне кажется, полное понимание по этим вопросам. Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, и я подтвердил готовность. Москвы и дали оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие, другие виды сотрудничества. Особое внимание уделили взаимодействию по линии Министерства иностранных дел. Сейчас мы в вашем присутствии подписали план мешмидовских консультаций на 2022-2023 годы, который достаточно содержателен и позволит придать устойчивую динамику нашим контактам. Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта Приднестровского урегулирования. Мы подчеркнули важность последовательной реализации дальнейшего развития договоренности, которые были достигнуты между Кишиневым и Террасполем в рамках укрепления мер доверия и которые направлены на обеспечение всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования на Днестре. Рассчитываем на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате 5 плюс 2, который уже два года как бездействует. И мы почувствовали заинтересованность руководства Молдовы в скорейшем возобновлении такого, такого формата. Обсудили перспективы сотрудничества по линии Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза, условились продолжать взаимодействие на других многосторонних площадках, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Организация Черноморского экономического сотрудничества. Николай Николаевич любезно пригласил меня посетить Кишинев с ответным визитом. Мы договорились, что согласуем сроки в рабочем порядке по дипломатическим каналам. Спасибо. Uh, уважаемый господин министр Сергей Викторович, uh, дорогие коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить своего коллегу за приглашение посетить визи с визитом Российскую Федерацию. Это мой второй визит в России в качестве главы внешнеполитического ведомства Молдовы. В сентябре 2019 года я уже имел приятную возможность быть, в том числе в этом особняке. Для нас развитие отношений с Российской Федерацией является одним из приоритетных направлений во внешнеполитической деятельности правительства Республики Молдова. Россия наш традиционный партнер, и сегодня в ходе консультации мы подтвердили обоюдный настрой, к активному и прагматичному диалогу по всей э, повестке дня с учетом интересов каждой из сторон. Мы провели конструктивные, доверительные и подробные переговоры, предметно обсудили повестку дня молдавско-российских отношений, сделав основной акцент на согласовании практических шагов по дальнейшей активизации нашего взаимодействия. Включая вопросы, по которым еще предстоит найти совместные решения. Нынешний визит приход, происходит в канун символичной даты для молодороссийских отношений, 20-летнее заключение договора о дружбе и сотрудничестве, который мы подписали 19 ноября 2001 года, и положение этого договора. Они остаются актуальными для наших отношений и позволяют нам и в дальнейшем развивать эти отношения. Мы приняли совместную декларацию, которую мы подписали по этому поводу, и вы уже ознакомитесь с этой декларацией, уверен, на сайтах наших внешнеполитических ведомств. В ходе встречи мы также подчеркнули необходимость восстановления в полном объеме и дальнейшей активизации двусторонних торгово-экономических связей. Мы выразили мнение, что в данной сфере есть взаимовыгодный неиспользованный потенциал. В контексте важности усилий по наращиванию, наращиванию взаимных торговых обменов была вновь высказана наша позиция, что по поводу пересмотра российскими властями применяемых к ряду молдавских товаров возных пошлин а также необходимость отмены существующих ограничений по допуску молдавских экспортеров и молдавской продукции на российский рынок. И с нашей точки зрения очень важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ, который является основным основной базой наших торгово-экономических отношений. Учитывая, что речь идет в основном о традиционных статьях молдавского экспорта в Россию, такие подобные ограничительные меры не соответствуют интересам ни Российской Федерации, ни Республики Молдова. В этом контексте мы также отметили важность работы эффективной молдороссийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, как уже упоминали, я являюсь сопредседателем с молдавской стороны этой межправкомиссии. И по этому поводу я проинформировал о том, что сегодня у меня была встреча с Дмитрием Николаевичем Патрушевым, сопредседателем межправкомиссии со стороны Российской Федерации, где мы предметно обсудили вот эти торгово-экономические вопросы и нашу совместную подготовку следующего заседания межправкомиссии в ближайшем будущем. Конечно мы, конечно, мы обсудили с Сергеем Викторовичем и сотрудничество в энергетической сфере, особенно в контексте недавнего подписания протокола и контракта по поставкам газа в Республику, Республику Молдова, и что данный контракт он является примером возможного нахождения решений по сложным вопросам между нашими странами в таком прагматическом, спокойном ключе. Хочу отметить заинтересованность в развитии сотрудничества и в социально-гуманитарной сфере для защиты интересов наших граждан. В этой связи отметили завершение работы над проектом двустороннего соглашения в области социального обеспечения. Отдельное внимание сегодня мы уделили приднестровскому урегулированию. Была отмечена важная роль Российской Федерации, которая вместе с другими посредниками в переговорном процессе помогает нам двигаться в сторону решения этого вопроса. Рассчитываем на поддержку Российской Федерации для нахождения жизнеспособного политического решения Приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ. Нами также было отмечено, что необходимо продолжить диалог по транспарентному и вернуться к вопросу возобновления вывоза и утилизации боеприпасов, которые являются источником риска для жителей региона Приднестровского региона, эти боеприпасы в селе Колбасно. У нас, конечно, общий интерес эту зону риска снять обоюдными, обоюдными мерами. Что касается присутствия оперативная группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Наша позиция остается неизменной. Это присутствие противоречит статусу нейтралитета, закрепленной в Молдавской конституции, и вывод российских войск остается приоритетом нашей внешней политики. Говоря о взаимодействии по линии Министерства иностранных дел Молдовы и России, отмечу подписанный план сегодня межмидовских консультаций на предстоящие два года. Этот документ традиционно закрепляет представляющий взаимный, взаимный интерес области для дальнейшего сотрудничества между нашими внешнеполитическими ведомствами. В контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднования в 2022 году 30-летия установления молдо-российских дипломатических отношений 6 апреля я пригласил господина Лаврова в Кишинев, но уже по датам мы обсудим, когда это будет возможно. Благодарю за Внимание за диалог, и я открыт к вашим вопросам, дорогие коллеги. Пожалуйста, Тасс. Здравствуйте, уважаемые министры. У меня два общих для вас вопроса. Первый. Недавно Россия и Молдавия после непростых переговоров продлили контракт на поставку газа. Остаются ли какие-то проблемы в этой области, особенно с учетом напряженной ситуации в Европе? И что вы можете сказать о том, в каком положении сейчас находятся молдавские граждане в этой связи? И второй вопрос. Готовится ли визит президента Санду в Россию? Спасибо. Что касается газовой темы, мы сегодня так коснулись ее кратко, потому что все вопросы в этой сфере были согласованы 29 октября и продлены договоренности о поставках на очередной пятилетний период, согласована цена и условлено продолжать переговоры в конкретных форматах, в рамках конкретных механизмов, что касается прежних расчетов за предыдущие поставки газа. Насчет... Кстати, мы обратили внимание, что некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина Барреля, комментируя эти позитивные договоренности почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так. Это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве. И подчеркну еще раз, что когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае «Газпром» и «Молдова-Газ», о чем-то договариваются, значит их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности. Кстати, ровно так прокомментировала договоренности 29 октября -го госпожа Санду. Я исхожу из того, что у нас найден очень конкретный взаимовыгодный алгоритм совместной работы, и она будет продолжена. Да, что касается... Вопрос о том, готовится ли визит госпожи Санду, Санду в Россию. Мы исходим из того, что сейчас наши контакты обретают регулярный устойчивый характер после цикла выборов, которые в Молдове состоялись. Вот уже встречались сопредседатели межправительственной комиссии, условились подготовить ее очередное заседание встречаемся мы сегодня как глава внешнеполитических ведомств есть контакты и между другими министерствами наших двух стран я думаю что как только накопится позитив содержательный и будет на то согласие наших руководителей они обязательно повидаются с моей стороны я могу добавить что в октябре были проблемы с поставками газа, на данный момент таких проблем нет, контракт подписан, проблем нет, газ есть. По поводу долга я хотел бы отметить, что долг правобережной части Молдовы он не повышается с 2016 года. И мы теперь будем в достаточно таком ускоренном режиме этот долг снимать через выплату молдавской стороной того долга, который накопился и не растет уже несколько, несколько лет. По поводу визита госпожи Санду в Российскую Федерацию, как говорил Сергей Викторович, мы сейчас прорабатываем повестку наших двухсторонних отношений, контакты активизировались, и в момент, когда будет конкретная динамика и конкретные какие-то результаты для встречи на высшем уровне мы всегда открыты к такой встрече. Спутник, да? Да. Здравствуйте. Да. У меня один вопрос по поводу статуса наблюдателя в ЕС. Является ли Молдова наблюдателем в ЕС или не является? Дело в том, что, с одной стороны, Молдову считают наблюдателем, но, с другой стороны, в октябре этого года республика отозвала своего представителя из ЕЭК, и президент республики в одном из интервью говорил, что еще не все процедуры пройдены. Что это за процедуры, планируете ли вы их проходить, и в целом все, что связано со статусом наблюдателя, хотелось бы услышать. Спасибо. Ну, я начну с того, что Молдова традиционно имеет очень такие близкие связи в торгово-экономической сфере с государствами СНГ, мы участники зоны свободной, свободной торговли в, в рамках СНГ. Это является основной легальной базой для наших коммерческих отношений, в том числе с Российской Федерацией, и что для нас главные и легальные базы и как бы, главные торгово-экономические каналы идут по линии наш, нашего взаимодействия с э, содружеством независимых государств. Э, на самом деле вот эта дискуссия о том наблюдатель или не наблюдатель она достаточно частично э, символическая, частично философская, на самом деле в реальном плане э, Главные параметры нашего взаимодействия, в том числе с Российской Федерацией в коммерческом плане, они предопределяются легальной базой, которую мы подписали в рамках СНГ. Насчет статуса самого наблюдателя... Молдова все-таки парламентская республика, и на момент вот, подписания тех документов никаких процедур внутри страны ни по линии исполнительной власти, ни по линии парламента не были пройдены. И на тот момент, по-моему, это был 2017 год, правительство на тот момент дало негативный отзыв этой, этим планам. Поэтому там я вот открыто скажу, что, конечно, по процедурным и по легальным молдавским процедурам не все было подготовлено в рамках необходимых, скажем, административных и легальных шагов. Насчет, насчет того, что был отозван представитель, на самом деле мандат и срок исполнения обязанностей нашего представителя, представителя на тот момент истек. И поэтому, вот, если честно, мы тоже пытаемся посмотреть, какова же все-таки вот, легальная часть этого участия в качестве наблюдателя, которое было оформлено, но не до конца правильно на предыдущих этапах. И завершающий вопрос, пожалуйста, Раштудей. Сергей Викторович, может ли э, продолжающая напряженности в Черном море из-за беспрецедентного наращивания военной мощи Западом быть прикрытым для Украины, чтобы использовать военные решения для э, увеличения уровня деэскалации в Донбассе, в свете того, что э, низкие договоренности не выполняются, в последнее время о нем никто не говорит. Как все это может отразиться на вопросе безопасности в регионе в целом? Спасибо. Про минские договоренности говорят все, и все подчеркивают их безальтернативность. Но единственное, кто готов действительно выполнять то, что было записано в этих документах и что было одобрено Советом Безопасности ООН, это республики Донбасса, провозглашенные Луганской и Донецкой Народной Республики и Российской Федерации как участник нормандского формата, и участник переговоров в рамках контактной группы, где напрямую все вопросы должны решаться между Киевом, Донецком и Луганском. То, что украинская власть и лично президент Зеленский взяли курс на подрыв минских договоренностей, на саботаж всего того, что они обязались выполнить, и что при этом они пользуются откровенным попустительством своих покровителей и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе, как я понимаю. Это тоже очевидный факт. И учитывая те проблемы, которые сейчас на Украине существуют, мы видим откровенное стремление киевского режима отвлечь внимание от своего курса на разрушение Минского комплекса мер путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу. Обращаются к Берлину, к Парижу с призывом защитить, обращаются к НАТО с просьбой направить войска на защиту свободной демократической Украины. С британцами договариваются о создании каких-то военных баз, военно-морских баз, ну и многое другое. Какой-то деятель, не помню кто, заявил, что запуск в эксплуатацию «Северного потока-2» будет равносильно объявлению войны России против Украины. Вот. Ну и все эти э, мысли и призывы из воспаленных голов, они как-то ложатся на э, такую благодатную почву, к сожалению, в том числе среди западных участников э, нормандского формата. Вот 15 ноября в Брюсселе или где-то там еще встречались министры иностранных дел Германии, Франции и Украины. И по итогам этих встреч, этих переговоров, министры Франции и Германии выпустили свое заявление, в котором опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили Российской Федерации какими-то там ужасными последствиями, если мы будем продолжать создавать угрозу для безопасности Украины. Ясно, что это отвлечение внимания. Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, за граница нам поможет. И я думаю, что все маломальские осведомленные и следящие за развитием событий Западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь. И откровенно думаю, что и наши коллеги, главы внешнеполитических ведомств в большинстве стран Евросоюза тоже все прекрасно понимают. Просто единожды вложившись в этот русофобский проект, основанный на антиконституционном государственном перевороте, единожды вложившись и поддержав его, им теперь уже как-то не очень с руки отходить на позиции э, правды и на позиции объективного рассмотрения того, что происходит. В этом позвольте завершить. Все, да? Да. Странно. Спасибо большое.